А спонсором данного ролика является канал Кроля Шоу. Парень снимает гонки, трюки, детраны и просто фанится с друзьями в GTA Online и не только. Переходи по ссылочке в описании на его канал и оформи подписку. Друзья, сейчас вы увидите прохождение отличного мотопаркура в аэропорту, в котором я наконец-то научусь гладить. Поддержите меня, давайте наберем 500 лайков под этим видео. Приятного просмотра. Друзья, всем привет, с вами Юра Чидзармистед, и сегодня у нас жесткий паркур в аэропорту на мотоциклах. Всем привет, друзья! Хочу сказать, что мы уже пытались пройти эту карту вместе с Кузакой, кстати, могли видеть, наверное, паркур на его канале, но мы его не прошли, поэтому сейчас мы по новой запускаем все это дело. И я сразу разбился просто. А тут чисто уже багом, тут чисто багом. Тут дальше идет отвесная стена, есть, я залетел. Так, ну я тебя догоню, думаю. В принципе, друзья, здесь будет все потно, жестко, никаких лестниц, все только на байке. Все очень как мы любим. Это бывает черная полоса в жизни и белая. Просто 3 минуты со всей дури разбиваюсь об забор. Да неужели? Залетел. Да, наконец-то. Наконец-то, друзья. И, короче, смотри, что я... Ничего не смотри. Спавнится во мне. Не спавнится. Так, отлично. Мы уже выше. И пока есть возможность такая, надо действовать. Да, Юра, я тоже туда заезжал, но там в конце есть такая преграда маленькая, она тебе все подпортит, я уверен. Я только залез и разбился. Ну, вот. Так, уже двое прошли, довольно-таки далеко, я смотрю. Надо, главное нам их догнать. Там кто так летает жестко? Они мотоциклы свои побросали, я уже... Эй! Смурф! Смурф мешает, да, смурфик мешает. Не люблю смурфиков. Тесно. Проезжай слева от меня, давай. Так как-то. Вот так вот. Так, да. Давай, я жду. Отлично. Так. Наконец-то заехал как надо. Осталось до конца. Давай другой. Есть. Ты сделал это. Ненавижу эти ангары. Как меня бесит эти ангары. Последний шаг. Давай, Юра. Я верю в тебя. И в себя тоже верю. Ну, поменьше. Так, отлично. Я, короче, немножко обманул систему, взял чекпоинт, и мы продолжаем, друзья. Наконец-то я проехал этот затор. А теперь я у здания с лестницей. Вот я не знаю, как там дальше проходить. Это просто изи. Как я так встал? Короче, на байке встал на две трубы, то есть каждым колесом на каждую трубу. Выполнил невыполнимое. Действительно. Так, ну что ж, отлично, продолжаем, друзья. Тупники, надеюсь, закончились, и все будет хорошо. Надеюсь. О, все, я подъехал к зданию, вот с лестницы. Теперь, я не знаю, наверное, я залезу все-таки по лестнице, не буду тут париться. Так, я смотрю, что двое чувачков застряли. Тут же без GTA режима, Юра, теперь не получится по лестнице. Так я что и говорю, никаких лестниц, только хард. Да? точно, понял. В этом и был весь смысл этой гонки. Теперь можно через баг заезжать на это здание, но это, блин, надо попотеть. Так, попробуем. Чуть-чуть не везет пока. Попробуем заехать. Блин, а как на него заехать-то так? Микс-фикс, наверное, меня сейчас обгонит, он тут попотнее так. Я смотрю, что ребята уже пытаются всячески обмануть эту систему, откуда-то сбоку запрыгнуть. У них тоже не получается, да? Да. Так, сейчас я возьму. Я знаю, в принципе, что здесь происходит. Ну, давай, надо попытаться так. Запрыгнуть. Отлично. Есть, справился. Да. Теперь просто догоняем остатки. Так, я смотрю, что Кириллка у меня за спиной, да, догоняет меня. О, кто-то гладит там пытается. Я даже малейшего представления не имею, друзья, как сюда запрыгнуть. Без лестницы, вот. Так. Это очень хардо. Сейчас посмотрим. Там, кстати, есть приколюшки такие, где я думаю, что ты не пройдешь. А вот я в прошлый раз сам там поднимался и, в принципе, знаю, что мне делать. Микс-фикс заехал. Ну-ка я поеду за ним, проследую, посмотрю, что он тут... Как так. Он хочет Ах ты хитрец! Он хочет через кусты запрыгнуть. Понятно. Друзья, в прошлый раз на этом месте я поднимался минут 40. Сейчас я просто с первого раза запрыгнул. Это карма, Юра, это карма. Всегда бывает по-разному. Это вообще жесть. Так, глайд и чекпоинт. Родимый чекпоинт. Так. Ага! Тут так даже надо. Нифига себе. Ты знал, Юра?
Тут так. Надо запрыгнуть на ребро огромное такое и только с него съехать на здание. На самом деле там все намного круче. Там можно с трамплина прям перепрыгнуть на здание само. У меня в прошлый раз получалось, да. Нифига себе ты даешь. Пипец, железные яйца нужно иметь. Теоретически я думаю, что это возможно. Кувырком. Даже у Микс не получилось первого раза. Ох ты, как Винни красиво меня только что обогнал. Молодец, Винни. Просто в прыжке, я упал, а он надо мной над головой прям пролетел так красиво. Микс пытается пропрыгнуть с трамплина, наверное, это самый радикальный способ. Это самый простой способ оттуда запрыгнуть, на самом деле. И я тем временем отправляюсь сразу туда. Ай, машина, как ты мне помешала. Знаешь, машина на трамплине какая стоит, вот я в нее сейчас врезался. Это мой личный враг всегда. Ты все время в нем врезаешься? Да. Так, ну у меня уже есть наигранная эта практика, я поэтому сразу делаю, как знаю. Ой, я не допрыгнул. Так, откуда ты там разгончик-то взял? А я запрыгнул в окошечко. Уйди, Винни. Все пытаются оттуда запрыгнуть. Твою мать! Я перелетел вообще в другую сторону. Бывает, давай еще раз. Вообще не туда перелетел. Блин, смотри, на проехали, они нас обогнали, Юра. Ну, я пока на четвертом месте, не знаю, сейчас догоним. Как мы такое могли допустить? Я не долетаю до этого. Ребра. Так. И вот так вот. И прям на здание. Просто идеально, друзья. Ах ты, подлец. Вот это изи на самом деле было так что. Обогнал меня, да как ты мог? Сейчас второе место сразу. А я на четвертом из девяти. Оп. Вы там... Обманщики летают. Стой. Да. Давай, вперед, проезжай. Только не мешай мне, пожалуйста. Так, и прямиком на здание. О, Юра, отойди, пожалуйста, я прошу тебя, отойди. Я пытался сюда заехать столько времени. Ладно, все хорошо. Все, я взял чекпоинт, можно ехать назад, спасибо. Ты на первом месте, смотри, догнал, обоялся. Вот так вот, друзья, больше, как говорится, потел. Так, Миксвик здесь. Что-то он на араба похож. Панику. Главное не наводить панику. Все получится. Так, я сзади тебя, Юра. Ай-яй-яй, да как так-то? Так, теперь... Что там было у вас? Это Микс меня таранул, он, наверное, не заметил меня. Я же респавнился. Вот, отлично. Доглазил? Да. Сейчас... дебильный подъем. Блин, а я не смог. А-та-та-та, ты куда-то сразу вниз-то? Не сбей меня. Глайд, тут только глайд. Там главное правильно оттолкнуться. Да, я тоже это заметил. Ты первый, Юра, как так-то? Ну это же я. Я должен рано или поздно стать первым был. Пока что мы только с Микфиксом смогли забраться вот до этого чекпоинта и пытаемся тебя догнать. Остальные как-то не. Я залез, отлично. Давай, лети, я верю в тебя. Кстати, у тебя больше... О, молодец, Микфикс залетел. А я нет, прикинь. Он меня обогнал. Что-то я просто как кусок упал вниз. Кусок чего? Мясо на мотоцикле. Так ты и есть мясо на мотоцикле. Ну так-то да. И тут не поспоришь. Открыл Америку. Оп, главное правильно оттолкнуться. Да ладно, как так-то? Не хватило скорости чуть-чуть. Все, без обманок. Это GTA режим тогда еще был, можно было слезть. Как бы пробежать, а теперь нет, теперь все по серьезно. Во, наконец-то долечу. Отлично. Не получается. Продолжаем, друзья. Просто продолжаем. Я рад за Юру, он продолжает, а я тут повторяюсь. Ну ты тоже продолжаешь. Ты продолжаешь повторяться. Да. На этом препятствии что-то я подзастрял. Что-то какое-то оно сложненькое. Так, есть чекпоинт, и следующий сразу же, тут же, отлично. Есть, друзья, я взял его. Друзья, я его взял. Молодец. Теперь на стояночку. Перелет на стоянку. Ты уже, смотрю, далеко оторвался, ты молодец. Так-то, да, я там с парковки проехал, по крайней мере. Микс-фикс, ну что ты делаешь? Меня Микс-фикс в лету сбил, прикинь. Он пишет в чат. Ха, смешно. Так, у меня успехи продолжаются, слушай. Да ты красавчик,
А вот у нас нет. У нас нет. Я на третьем месте. Это нехорошо. Надо догонять тебя. Нет, я в каком-то веке на первом месте. Я считаю, что, блин, для меня это уже прогресс. Несмотря на то, что я уже проходил, ребят, эту трассу. Первый раз мы играли, когда у нас вообще не было опыта. Сейчас это намного проще, даже не верится. Ну? С опытом все приходит. Есть. Да? Долетел? Догладил. Да, я догладил. Я молодец. Кто молодец? Армистед молодец. Кто молодец? Я молодец. Самомотивация, знаешь. Догладил еще раз. Прям прикинь, с первого раза до парковки долетел, до второй. Красавчик. Это было просто везение. Опа, а я уже на крыше. Отличненько. Но вам придется попотеть, чтобы меня догнать, на самом деле. Но мы-то попотеем, но догоним, догоним. Ну я так-то далековато, я бы сказал уже. Ну, а чё, не повезло чё. Мне, не повезло. О, Мисс Фикс меня догнал, красавчик. Ой, молодца, вот он молодца, вот реально, он хороший парень. Отлично, просто меня в прыжке спас баг. Да что такое, почему не получается? Что-то начинает гореть. Гореть, друзья, это нехорошо. Да, скоро подгорать начнет. Когда уже начнет прям вонять, тогда уже все. Все, долетел, все. Мне принесли огнетушитель, и я долетел. Вот смотри, что терит, а? Так. А тут раньше, я помню, можно было по лестнице подняться, а теперь лестницы-то... Нельзя лестницей пользоваться, друзья, нельзя. Да. Хорошего помаленечку. Ну, это тогда мы ознакомливались просто с трассой, так немножечко. Да, ну, на самом деле, сейчас паркур уже проходит намного проще. Действительно. Скилл так растет, да, скилл растет, умения растут, баги все выучиваешь. Так. Поэтому, друзья, если у вас есть какие-то потные карты по мотопаркуру, которые мы еще не проходили, кидайте их ВКонтакте, в группу, в личку, без разницы, будем их проходить, короче. Да, если он хороший, действительно, почему бы и нет? Почему бы и нет? Я вас уже догоняю, кстати. Ну, блин, как сказать догоняю, все ближе и ближе становлюсь к вам. Так. Ух ты ж, нихерашечки, улетел-то он. Микс Фикс доехал для меня. Молодцом он. Давай, долетел. Ой, я молодца. Так, я долетел до ангара. До ангара долетел, прикинь. Так, не вижу тебя там. Ты у меня где-то в тумане уже затерялся. Микс Фикс до меня доехал, взял чекпоинт и ушел дельфинчиком. А теперь, вот я не знаю, самое сложное это препятствие в этой гонке или нет, но теперь нужно перепрыгнуть на ангар, который состоит с этим, с каргоплейном в одиночке. Знаешь, такой большой. Так, кстати, дебильное место на самом деле. Так, давай! И глайд, и да! Нет, я разбился! Не встал на ноги, как так-то? Бывает, Юра, давай, попытайся еще раз. А теперь как тут багом можно заехать? Ну я багом там и запрыгнул. Ты запрыгнул или заехал? Запрыгнул. Нет, я в прыжке, короче, там оставался где-то доверху сколько. Ну может метра три оставалось, и там я взял, короче, уже его как надо. Отлично, перелетел, глайд помог. Буквально метр, прикинь, вот тоже багом сделал вот этот баг. И вообще просто перед крышей остановился у меня мотоцикл. Давай, родной. Вот хорош! Умер, ну чертов баг, ты меня губишь. Ну, в принципе, я тоже не лучше прохожу. Все приходит с опытом. Блин, а вот здесь, короче, как-то подставное все это дело. Да как? Я уже запрыгиваю на крышу и умираю прямо на ней, прикинь. Есть, друзья, я сделал это. Короче, я увидел. Я сразу не заметил, оказывается. Все просто. Там все... Аларчик просто открывался, да? Да. Все очень просто было. Все сделали за меня. Так. Теперь запрыгиваю на вагончики. Уже платформы, вагончики. Че только они не понастроили здесь. Ой, да ладно вам. Это сложно. Уже обогнал его, друзья. Вот, нет! За что? Большой разгон такой. Это... Да, ой, да. Красавелла. Тихо. Микс Фикс не может заехать. У него что-то не получается. О, да, детка. Да, детка, у меня получилось это. Юра смог.
Ой. Он все дальше от нас. О, есть, я взял чекпоинт, друзья. Теперь я уже напрямой, я напрямой с Юрой. Ну, практически да, финиш недалеко. И самое интересное, там в конце бешеный глайд. Да, друзья. Те, кто не умеет гладить, уже все, они просто там застрянут. Так ну что да. учитесь гладить. Это просто неповторим. Вот. Слушай, а здесь жесткая хрень. Не, серьезно, а как? Нет, он, короче, появляется прямо на кругу. В каком кругу? Ну, увидишь, короче. Сейчас я доеду и увижу все. Смотри, я уже близко к тебе так-то. Да, я вижу. Вон тебя на соседней крыше. А теперь запрыгнуть сюда. Вот здесь вот я попотел. Вот видишь вот этот круглый спуск? Вот я вот здесь не могу запрыгнуть. Да! Да, отлично! Взял. Теперь мне надо перепрыгнуть, я так понимаю, от лавочки к тебе, да, сразу? Ну, типа того, там что-то, да. Наверное, да, друзья. Потому что там я не проберусь. Там слишком тесно. Я не хочу в тесноте там быть. Ай, блин, соскользнул. Опачки, а как? Что такое, обманул систему? Да ладно, вы угораете, что ли? Это вообще возможно? Невозможно и возможно, Юра, давай. Я, конечно, попробую, но мне кажется, это бред. Да ну, ладно, если ты долетишь... Да, конечно, он просто размазался об стенку. Бред не бред, создатель, когда создавал эту карту, он уже, знаешь, подразумевал то, что мы ее пройдем. А какими путями, он вообще не задумывался. Умалчивал, да. Блин, друзья, а как подняться-то сюда? Последний, предпоследний чекпоинт практически, и все. А я на круглой крыше, понял, которая вот тебя затруднила тоже подняться. Тут она вообще дебильная, блин. Тут. Так, ну это теоретически это реально, друзья. Но... Попробуем сделать мега-баг. Мега-баг? Ну, мега-багом подняться на крышу пятиэтажа. Да, твою мать! Смог? Я упал вниз, но я залетел на 5 этажей. Примерно. Ну ты красавчик. А ты взял чекпоинт? Нет, ну ты прикол, я по прямой взлетел. Я не ожидал, я отпустил, короче, просто все это. Это достижение все равно. Такой разгончик маленький взял, он такой, не волнуюсь ни о чем. Да как? Ну что ты делаешь-то, дурачок? Ну, я перелетаю, понимаешь? Я даже выше перелетаю, но он прямо летит, а должен заехать. Ну получится, у нас все получится. А что ты упал-то? Лечу! Нет, не лечу. А, ты тоже? Ты на том чекпоинте, что и я? Понятно. Да. Ой, я попробую багом тоже. О, я запрыгнул багом, прикинь. Куда? Вот тут я. Смотри. Блин, красавчик, тебе повезло, с первого раза заехал. Ну, есть, я заехал, друзья. Вот взял... красавец. С первого раза, вот за это лайк, это стоит лайка. Это просто, знаете, удача. Так. Да, действительно, это удача. Ой, не доехал. Немножечко не доехал. Да, вот как может, короче, резко отвернуться удача, друзья. Просто на одном моменте, да? Она решила перейти ко мне. Ну ничего, Юра, я верю, что ты сможешь. Да смогу рано или поздно, вот только когда. Тем временем, друзья, 32 минуты, это практически рекорд. А как думаешь, не начнется НФ, не финишировал, если я финиширую? На 7 человек нет, не должно. Как минимум четверо вроде должно, или трое приехать. Да что ты делаешь? Я подожду тебя там, на финише. Договорились? Я не хочу, чтобы ты меня обгонял. Не просто так же мне удача повернулась прям. Блин, я чуть с крыши на крышу не перепрыгнул. Ох, так возможно? Да. С глайдом, да. Да! Микс-фикс перепрыгнул! Что? Юра, я сделал это, друзья, я сделал невыполнимое, я допрыгнул до финиша, и все, мне осталось проехать буквально метров 15, и все, и финиш. Фу, та-да-да-дам. Блин, это реально, ты смотри, он... Вот допрыгнул с крыши до крыши? Да, действительно. Давай, да, я перепрыгнул, ты прикинь, что? Да, Юра это сделал, друзья. Столько времени я убил на то, чтобы пройти все это дело багом, а тут все очень элементарно просто. Ты прикинь? Да, мне, знаешь, иногда кажется, то, что если кто-то тебя обгоняет, то это служит мотивацией, и у тебя получается все лучше и лучше.
Например, Микс Фикс тебя только что обогнал, у тебя сразу получилось. Совпадение? Не думаю. Не думаю, действительно. Это, блин, надо как-то исправлять. Надо хотя бы второе место взять. Давай, родной. Так, вы только посмотрите, как здесь вообще офигенски. А, ты едешь сейчас на склон вот этот, да? Да. Просто офигеть. Просто офигеть. Друзья, но тем временем Юра покоряет новые высоты. Сейчас он догонит Микс Фикса. Да, главное сейчас красивенько прогладить, и все будет отлично. Не буду останавливаться, и сразу погнали. Вон он, финиш, кто не видит. И понеслась. Вот тут, кстати, я даже Ctrl не нажимал. Я просто ехал, и в конце только Ctrl. Вот тут, кстати, он вот разбивается. Да, в конце Ctrl, поэтому я и говорю. Да, ребята. Каждая, мать ее, мелочь, но я просто так не хочу сдаваться. Давай, родной. Да, отлично, проехал, хотя бы проехал. Есть. Нормально. Давай, главное... Что-то мне кажется, ты слишком высоко взял. Хотя, знаешь, идеально. Вправо давай, вправо, Юра, вправо. Не могу. Да, нет. Такое бывает, и такое бывает. Микс Фикс там угорает вовсю. А, падла, что такое? Просто пролетел мимо. Давай. Ух, ой, бубенчики твои бедные. Разнесло, да. С какими силами он их размозжил. Сейчас как навернешься. О, отлично. Так, теперь влево давай, потому что ты по правой стороне ехал трамплина. Лево, Юра. Вот, да. О. Собака! Знакомо. Жесть, надо было гладить до финиша, прям я бы долетел. Ты каешься тут все время. Оп. Ой. Юра летит хорошо. Левей. Да. Гладить Юра умеет. Юра не... Да что? Как приземляться? Я не знаю. Боком. Вот в данном случае тебе надо было немного влево сдать, чтобы его занесло влево. В смысле занесло? Ну потому что когда ты ровно приземляешься, он бьется бубенчиками. И все, и сразу слетает. А вот когда ты так в заносике приземляешься, то больше шансов, что он выживет. Тихо. Прям на финиш. На финиш прям. На финиш. Собака! Я перелетел, всю платформу перелетел. Да как? Ну посмотри. Ну, мне кажется, это вот, знаешь, как куда направлено днище. Вот туда он и гладит. Как-то непредсказуемо. О, я вижу, кто-то летит, смотри. Вижу, на финиш прям. Умер. Разбился, да? Разбился. О. На два колеса и дрифти в конце. Да! Да, Юра, поздравляю, Юра смог, друзья. Охуеть.